Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики, да. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики, да. Самокат. Нельзя! Нельзя! Разве Нюшенька сказала «можно»? Можно, можно! Нельзя! Можно! Нельзя! Ну, можно! Ой! Нельзя! Крошек! Крошек, ты понял, почему Нюшенька не разрешала брать самокат? Он сломан. Ой! Нюшенька, в следующий раз, пожалуйста, говори, почему что-то не разрешаешь. Ага. А ты, Крошек, понял, что без разрешения вещи брать нельзя? Нельзя! Можно и нельзя. Можно! Ой, нельзя! Есть слова такие, братцы, можно и нельзя. Можно и нельзя. Их не стоит опасаться, надо просто разобраться, что же значит слово «можно» и, конечно, что «нельзя». Нюшенька, съесть яблоко можно? Можно! Крошек, а кубик можно съесть? А лимон можно? Можно! Ну, кисло! А можно яблоко? Можно! Есть слова такие, братцы, можно и нельзя. Нельзя! Можно и нельзя. Их не стоит опасаться, надо просто делать, если это можно, и не делать, раз нельзя. Делать, если это можно, и не делать, раз нельзя. Понравилась эта серия? Жми на лайк и поделись серией с друзьями.